22 марта в библиотеке читальни имени Тургенева прошла презентация книги «Сглотнула рыбы их», вышедшей в редакции Елены Шубиной. Издание, имеющее под заголовок «Беседы о счастье», необычно по своему содержанию и структуре. Это симбиоз прозы и диалога с психологом-практиком. Автор книги – психолог Татьяна Озерская и писатель Майя Кучерская. Книга эта построена так. Вот есть части, где мы беседуем. Причем Татьяна Борисовна говорит больше, а я скорее задаю вопросы или темы задаю. А в конце каждой главы есть маленький рассказик, который звучит как такой финальный аккорд, или, можно сказать, развязывает все узелки, или наоборот их связывает уже таким морским узлом, чтобы читатель в полную впал в пространство. И читать ее насквозь, по-моему, противопоказано, хотя мы знаем тех, кто прочитал ее от начала до конца, поскольку, но мне кажется, она именно устроена так, что надо читать то, что вам кажется важным и близким. Ну, например, глаз мой выхватывает слова такие: измена, развод, о тещах и свекровях, о бывших, просвещение чувств об этом. По-моему, вот надо выбирать ту главу, которая вам ближе, и начинать с нее, и может ей заканчивать. Необычно была построена и сама встреча. Ее участников попросили заранее прислать по электронной почте короткие анонимные тексты на тему «История одного несчастья». Ведущие вечера читали эти тексты, а затем Майя Кучерская комментировала их с точки зрения литературного мастерства, а Татьяна Озерская анализировала ситуацию, состояние героя, как практикующий психолог. Активное участие в этом обсуждении принимала и аудитория. По аналогии с книгой, это тоже был некий симбиоз литературного мастер-класса и психологического практикума.